Дело о 5 квадратных метрах в многоквартирном доме. Одна из жительниц многоквартирного дома решила увеличить свою квартиру за счет ниши в лифтовом холле. Итог, 5 метров лестничной площадки фактически стали частью ее квартиры. А одной соседке это не понравилось, и она пожаловалась в госжилинспекцию. Ведомство выдало ТСЖ предписание обеспечить ликвидацию перегородки. Но ТСЖ вместо демонтажа двери решило ее узаконить. Провело собрание собственников и предложило отдать эту площадь владелец квартиры в безвозмездное пользование на 49 лет. Большинство жильцов с этим согласились. Дама, писавшая жалобу в инспекцию, не смирилась и подала в суд и на соседку, и на ТСЖ. Она в суде заявила, что как собственница квартиры вправе пользоваться общим имуществом, а из-за соседки не может пользоваться всей лестничной площадкой. Заявительнице было отказано в удовлетворении ее требований. Тогда она подала жалобу в Верховный суд. Коротко о том, какие в итоге выводы были сделаны. Первое. Межквартирная лестничная площадка входит в состав общего имущества в МКД, то есть является собственностью всех жильцов. Распоряжаться ею можно только по согласию всех ее участников. Второе. Если из-за перепланировки или реконструкции уменьшилось общее имущество, одобрит это может только общее собрание при согласии всех собственников. Третье. Перепланировка должна быть согласована с местной администрацией, а в технический паспорт дома внесены изменения. На это требуется получать согласие всех собственников. Однако на собрании это предложение получило лишь 70% голосов. То есть решение не было единогласным, а значит является недействительным. Вот такая интересная история получилась между соседями. Ссылку на определение Верховного суда я оставлю в описании к ролику.